В последнее время в интернете очень стали популярны тролли, так называемые. Хоть они считаются интернет-хулиганами, картинки с их изображением выглядят достаточно забавно. И в этом уроке я покажу вам, как сделать кисть из этого изображения. Если у вас рядом с изображением замок, то два раза левой кнопкой мыши щелкаем по нему. Нажимаем ОК, и образовался слой. Дальше переходим в панель инструментов, выбираем инструмент «Волшебная палочка». Щелкаем по белой области, нажимаем «Delete» на клавиатуре, чтобы удалить все белое. Дальше нажимаем Ctrl-D, чтобы снять выделение, либо выделение, отменить выделение. Переходим далее в редактирование и выбираем «Определить кисть». Оставляем название Troll Face, нажимаем ОК. Наша кисть готова. Теперь можно размещать уже на изображение. Я выберу синий цвет. Переходим к изображению. Правой кнопкой мыши, и в самом низу должен появиться наш тролль, только что созданная кисть. Все, можно приступать к размещению. Так, первый вариант. Выбираем черный цвет. Переходим далее. Еще размещаем. Можно также добавить текста в стиле троллинга. Выбираем горизонтальный текст. Вот и все, что я хотел показать в этом уроке.